Всем привет, с вами Ню и Зетсу, мы продолжаем играть в Соус Парк. Что мы делаем, подожди? Да, всем привет. Что мы делаем? Наверное, мы только что Готов закончили, наконец-то. Ага. Да, сейчас надо... Ё-моё, сколько у нас создать альянс с Готами, поговорить с Картманом или с Кайлом, то есть мы еще, по сути, не выбрали, кому отвести Готов. Картман или Кайл? Да, поговорить с фермером. А, ну все, я предлагаю все-таки сходить к этому. Человек две свину? Да. Нам-то тем более до церкви-то рукой подать. Ты как-то собрался туда идти? Через лес, что ли? Нет, почему? Вот через сюда. Ладно. Это считается. Тимми! Так, слушай, я популярен? Я тоже не знаю. Так, ну пойдем в церковь. Кто мне скажет? Иисус? Где этот Иисус? Ага, Иисус. Внутри Иисус. Иисус. Слышишь, Иисус, ты тут не видел чел медведа свина? Подожди, это что такое было? А че он задумался стоит? The Lord is with you, my son. Господь с тобой, сын мой, кроме как в драках. О! Так в смысле, блин? Что-то я ничего не понял. Я тоже что-то ничего не понял. Он, видимо, надо к ним каждый день ходить, чтобы они давали. А-а-а, думаешь? Может быть. Так, новое сообщение от пользователя мистер Ким. Тогда нам нужно будет еще до мистера Мазохиста подойти. Ой, сколько друзей-то у меня! Если нужна помощь, звони. Я обрушусь на твоих врагов, как смог. А ты прокачался? Как смог на Шанхай. Подожди, что-то не то. Если бы Чел-Медведа-Свин был в церкви, я бы его уже увидел. Мне кажется. А что у тебя вообще написано? Иди Чел-Медведа-Свина. А подожди. О, кисы. Это немецкие кисы! А вон Чел-Медведа-Свин. Это не Чел-Медведа-Свин, это Угор. Давай вот этого немца уберем отсюда. Ой-ой-ой, это... Бери Иисуса! Слушай, ну... Не мучайся. Ну ладно, давай. Давай-давай. Иисус, помоги мне, спаси меня, убей! Спаси нас от этих котиков! Котики вот страшные. Вообще котики страшные. Смотри, котики так-то фашисты, если чё. Маленькие фашисты. Можно тут котиков бить? Иисус круто прилетел и круто улетел. Ура. Он на то Иисус. У него есть такие привилегии. Котики, блин. На рукавники заберем у них котиков. На рукавники котиков. Ты что, это что, медведосын? Нет. Да, что, медведосын? Ладно, напал. Йо, парень, не могу ли я пойти домой после драки, чтобы меня... Че, предки? Предки не наказали. Ну, я не знаю, египетское проклятие, мне кажется, надо применять не здесь. Надо попробовать хоть знать, что это. Ну давай, вызывает мор, лягушек, а что делать? Когда на тебя падает луч света, жми... Он говорит, я не боюсь никого, кроме кого называют Эл Гор. Да, совсем не похвалишь, никто не похвалит. С-Ф-И... В любом порядке. Подожди. И В в любом порядке. Что-то я не пойму. Типа все кнопки нажимаю в любом порядке? Да-да-да. Когда на тебя падает, ну что, давай. Ё-моё. Ёперный тебя. Ой-ой-ой-ой-ёшень. Давай-давай. Понятно, короче, это шляпа. Больше не будем её применять. В смысле? А он его не покалечил? Да. Профессор Хаус. Нужна твоя помощь. А как так-то? Ну, мне кажется, у него защиты много для нас. Его надо какой-то проникающим. Рон, видишь, у него брони сверху. Вот профессор Хаус подойдет. О, это что такое? Защита какая-то, мантия Хаус. Чего? Ну, теперь на тебе защита стоит. Вообще не покалечу. Я пока ничего не понимаю. Я понял, что он меня вообще не покалечил, ни на грамм. И мы его. И мы его. И так и будем, вот мы так и будем сейчас драться. Давай стандартным, проверенным приемом, который точно калечит. Да, давай. Ну, вот там есть поросячий хвостик сзади. Что-то его вообще прям это... Так у него 6000 жизней, ты что хочешь? Слушай, Баттерс, давай... Его суперсила? Не, давай ты еще разочек сходишь. Сейчас энергетика бахнешь. Угу. Давай-ка ты еще разочек этим сходишь. Угу. Что-то мне что-то защита не понравилась.
А то что там атака Элгора, там будем 10 лет убивать. Раз всю серию будем убивать. Ну что, 30 минут убиваем Элгора, так и назовем серию. Отток жизни. Вот. Нихера себе, вот блин. Это я понимаю, это уже другой вопрос. Паттерс, конечно, моет. Вообще не пробил. Слушай, крепко у него броня. Эй, это Элгор. Ты как ты догадался? Догадалась, что это Элгор? Я догадалась, что это Элгор. Давай жезл просто, мне кажется, жезл внушительных буферов ударим. Давай. И все. Вот и все. Неплохо. Он горит. А, он запаниковал. Он горит. Паттерс, дай ему просто. Ааа, я горю. Умри. Слушай, ну простыми атаками он как-то быстрее высекает. Что-то меня вообще, слушай, Баттерс это имбище, мне кажется, с Баттерсом нет смысла играть, потому что он просто один щит, и меня даже пробить не могут. Просто с Баттерсом есть смысл играть, чтобы получать наслаждение от игры. Давай ему еще раз подрежем. Это надоело уже, этот Элгор. Ну давай. Все, мне кажется, все, это конец. 29 жизней, что он сделает, Баттерс? Дай ему молотком по голове, чтобы он уже успокоился. Ты еще тут, что он сказал? Бонусный урон еще дал, что он сказал, что, Элгор, что? Это я не успел. Победи Челми 2-2. Ну я победил Челми. Ох, нихера себе у него нашивки. На 14 уровень, у меня таких нету. Ну потом, значит. Кога Челми 2-2, можно нормально. Оружие. Я победил Челми 2-2. Однако это было быстро. Плохой Челми 2-2 попался. Слабый Челми 2-2. Так, ладно. Что у нас еще по заданию? Что-то у нас... Пойдем в стенду поможем? Мне очень хочется посмотреть на Шелли. Ну ладно, пойдем. Так, а давай также телепортом. Была же, по-моему, какая-то серия, дом где... Дом Стэна у нас... Где Стэн был против Шелли? Только там был, это типа, большой тупой Стэн. Это почти все серии, где Стэн против, ну, Шелли. Ну нет, ты там помнишь, где, короче, сделали его клон, он был большой и тупой. Мне почему-то вот такая ассоциация. Именно с этой серии. В дом Кенни летим. Летим в дом Кенни. Игнорируют меня. Я... Вот, что такое? А. Нет, там в начале была серия, это в первом сезоне такая серия была, где Шелли против Стэна была. Ну, я уж не знаю, в каком сезоне, просто... А потом она ему помогла. Я сейчас вспомнила. Так, это дом Кайла. Сюда не надо. А это дом... Стэна. Должен быть по соседству прям. Ты точно хочешь позвать Стэн? А, ты точно не хочешь позвать Стэна вместо меня? Ну так, а, ну, так да, это тоже будет. Верно, это тоже верно, да. Прав. Ты прав, Баттерс, как всегда. Так, твоя комната. So, this is my room. Это моя комната, говорит. Ну ладно. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Он такой, я не хочу тебя слушать, я сыр. Так, подожди, вот эта комната. Верни мой айфон, демон. Ах, ты маленький вонючка. Я провел под ковёрами, посмотри, как ты справишься с нами обоими. О, господи. Да, она должна в этот момент была поугарать, что ты привел сыр против меня. Я хочу все-таки понять, даже не знаю, я даже не знаю, признание косой сработает. Да, ни хрена себе 13 жизней. Надо сильнее, чем Ауго. Это же Шелли. Стэн, может ты это? Ты не того противника нам выбрал. Ни одна женщина еще не умирала от кровотечения, знаете ли. Ну-ка, давай собаку на нее. В глаза ей фонарик посвети. Вот так. Хорошо. Ну, допустим. Хорошо. Я не знаю, Стэн, что... Оп. Путь меча. Стэн убеждает своего внутреннего героя боевиков и осыпает врага шквалом удар. Ну-ка, давай-ка. Нажми левую кнопку, ножка, да, увидишь. О, вот это уже красиво, это красиво, давай. Ну, неплохо. Да, так-то сильно ударил, там тысяча почти. Я размесячил? Я раз... Ой-ой-ой! Она прям вообще занервничала. Давай еще раз. Кровотечение не привыкать. Это не смешно. Нормально. Собаку на нее, конечно же. А почему на Стэна, интересно, бьет? Не знаю. Стэн. Ну нет, прикольная так-то была, конечно. Анимация. Ну да ладно.
Так-то неплохо, он ее вольтанул-то на 800. Ой, что это за фон он кидает? Опасная штука, опасная. Мах. Да. Ужас был, ужас просто. О! Hello! Чего? А-а-а! Как тебе так, как тебе такое? Она не поздно? Месячные ничто по сравнению с этим. Знаешь, что сейчас мы с тобой куча женщин поспорили? Вот с таким вот поносом просто. Он просила! Она не выдержала такого, все. Загадил, всю комнату просто засрал. Не то слово. Вот что он ее снес? Еще раз уже, что припознаешь силу правосудия. Иди нахер отсюда, короче. Вот так вот, вот учись. Пипец, блин. Я что-то сразу не подумал, что можно его просто одним ударом закончить игру. Спасибо. Я просто думал, что она к боссам относится. Она не босс, она велика. Ну все, Стэн, ты как бы это... Не, ну на самом деле, ладно, давай пока тебя оставим. Чего там, какой-то чувак, и там какой-то лежит труп чего-то? Там за что? Птички там какой-то. Ну я не могу туда пройти. Мне больше покажется похож на опоссум. Так, что, теперь давай посмотрим, что у нас. Проблему бездомных мы так и не решили. Мини-экспресс. Прятки. А, может, кстати, надо уже, блин, освободить от заданий себе. Давай. Приберемся, так сказать. Да, там вот у меня задание висит давно уже, сходить в парк к мелким. Потому что мы уже закончили с ними. Я хочу найти лесные зверята, если честно. Да? А вот они. Ты нас всех нашел, ты выиграл. Нифига себе. Вот так вот. А, вот что эти задания дают. Кучу друзей. В следующий раз ты прячешься. А, кстати, насчет зверей. Че? Насчет зверей. Ты говоришь, хочешь зверей? Да, лесных зверят. В прошлый раз Стэн вызывал зверей. Может, у него дома есть, кстати, подсказка к этому? Мне что-то кажется. А, в смысле Стэн? Ну, в прошлый раз Стэн к зверям, да, Стэн. Знаешь, в прошлый раз, мы еще... Ну, в серии Стэн к зверям относился. Может, у него... Фу, это фигня. Может, у него что-то здесь есть такое? Мне даст знать. А что тебе даст знать? Нам в лес надо. О! Вот она, Blood Orgy. Кровавые орги, вы приглашены на кровавую орги. Дай сфотка. Вправо-вверх, ну что, право-вверх, право-вниз, право, господи. У меня память короткая. Это пароль для этого был, для Сеги. Вправо-вверх, право-вниз, право. Я даже не успела сфоткать. Это чит-код. Ты запомнил? Право-вверх, право-вниз, право. Вот теперь можно идти в лес, наверное. Давай. Пойдем в лесочек. Погуляемся мы с тобой. Наконец-то. Мимо дома Кенни, влево-вверх. Право. Право-вверх, право-вниз. Право-вверх, право-вниз, а потом? Право. Всегда вправо. Ну ладно. Окей. Так, заходим в лес. Идем строго вправо. Так, Стэн. А ну Стэн, привет, со мной. Стэн все-таки знает. Право-вверх. Так, тут... Ой-о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 й
Охренеть, гранатами закидывал! Стэн, это не тот участник, с которым надо было туда идти. Все, короче, нам хана. Запинывает! Меняй нахрен Стэна на кого-то пополезнее. Шоколадный крекер съеди маленький. Египетское проклятие, что ли? Ну давай. Ну давай, рискнем. Нажимай на все клавиши в любом порядке. Это типа вас? Да, это типа вас. Я что-то не понимаю. Как она работает? Возможно, она как-то должна работать, но я не знаю как. А как это называется? Египетское проклятие? Египетское проклятие, да. Этот удар настолько был... настолько слабый! Пипец, просто залечился. Короче, нет ничего сильнее здесь, чем этот. Стэн, по-хорошему уходи. Уходи по-хорошему. Так, что ты там хилишься? Давай мы их это косой порежем уже.
кто-то говорит, что египетское проклятие это прям очень сильно. Я промазал опять! Очень дед. Давай-ка меняйся на Кенни. Next! Зон в Кенни не ходи. Да вот с Кенником не ходи. Блин, я не знаю. А как ты им надо применять просто так, чтобы понять, как он работает? Ну можно еще попытаться его, давай еще. Ну надо, давай еще раз прочитаем, как там написано. У нас пенал Кенни он запинали нафиг. Давай, давай еще один энергетос бахнем. Там сердечко выскочит после стольких энергетиков. Давай еще. Вот смотри, читаем внимательно. Так, вызывает муравьиный град на шесте лягушек и летающих насекомых, погружающих в кругу глубокую скорбь. Понятно. Когда на тебя падает луч света, жми CF. А когда на тебя падает луч света? CFRV, CFRV в любом порядке. Ну и не написано о том, что нужно обязательно быстро это нажимать. Луч света. О! Ну что-то сработало, да, но я так и не понял, что. Давай вот, вот, более, более действенный метод. Любовь наша, крысяточки. Вообще, я люблю крыс. Вот и все. Давай заведем крысу. Не надо нам крысу. Да почему нам не надо крысу? Крысы классные. Так. Ладно, Кенник, ты все-таки персонаж не этот. Никакой. Не тот, кто мне нужен, потому что вот он был с лесными зверятами. Хочешь по канону погулять? Конечно. Так, нам вверх. Вверх, вправо. Вниз. Ой, вниз. Вправо. Не знаю. Да? Так. Так. Вот они! Вот они! Лесные зверятки! Они такие милые! Ё-моё! А чё они хотят от меня? Лесные зверята, вот они! Эй, смотри сюда, новичок пришел гулять, чтобы спасти нас! Ура! Если хочешь спасти свою душу, тебе надо бы признать истинного владыку своим спасителем и отвергнуть прочих, как лживых идолов. Ну да, принимаю. Да, признаем, конечно. Ты спасен, восславь сатану твоего нового ужасного повелителя! Ей! Слава сатане! Мишка, кроличек, скунсик, бобрик, мышка, бичонок, олененок, дятлик, дикобразик, лисичка, синичка, енотик. 66, друзей, у тебя. Ну, это того стоило. Конечно, мы с ними не подрались. Жалко. Но зато... А что с ними драться? Ну, они так-то злые твари. Подожди, а теперь... А тут факт, стреляющими из глаз этого. Нам даёшь что-то, что... Нет больше великанцев, но фельдфийский народ может обитать в землях Ориона без опаски. Покуда понравилось 9 людям так. Окей. А это все, что мы можем? Подожди, зверята больше ничего не скажут, не дадут, не покажут. Возможно, оно одна из самых имбовых, но уже потом. Возможно, я не знаю. Давай покачаем ее все-таки, наверное. Так, зверята нам ничего не дали, ничего не сказали. А, все, что ли? Ой, тут, блин, ну вам. Я же тебе говорила. Два навыка у меня есть. Давай-ка мы сделаем каждый раз, когда выполняешь магическую атаку своим оружием, ты восстанавливаешь здоровье, не надо. Каждый раз, когда выполняешь магическую атаку, это не надо. Максимальную запасочку в силу на 20 увеличить, ну в принципе. Ну я не знаю, выбирай сам, в принципе, ты играешь, поэтому... Все стоит и за тобой. Маги будут наносить тебе значительно меньше урона. Максимально, ну ладно, с жизни увеличим, наверное. А чё магия? Да. В слоте магии чё там? Там нет слота магии. Это жопные чары. А, окей. Давай, жизни увеличим и увеличим запас очков силы. Нормально. Бельчонок, всё, кроличек. Что ли? Да кроличек, бельчонок. Это, видимо, куча друзей. Это, видимо, пасхалка специальная. Видимо, сюда вообще не надо и так-то идти было. А как вот выйти теперь отсюда? Вот это вопрос. Ну, так же попробую выйти. Давай, сюда направо уйдем. Мэйс Хайлин. I think we should go that way. Куда сюда? Куда? Уточнил сюда. Еще. Господи, снова вниз. Боже мой. Да куда ты идешь? Господи, боже мой. Иди влево. Влево пошел, хорошо. Вот опять влево. Нет. Нет, запинали. Как там было? Право, вверх, право, вниз, вправо, да?
Значит, нужно лево-низ. Лево-вверх, лево-низ, лево. Господи, гребаные зомби-фашисты, а. Такая музыка умиротворяющая. Ну, давай попробуем еще разок. Но может быть она не работает, потому что у них у всех на самом деле сейчас щиты стоят. Ну, может. Давай прощай Давида их просто долбанем. Мы все-таки тоже его прокачивали, этот навык, а он еще и в ярости гоняет. Ой, нифига себе. Сильно работает так. Здесь прям ураганный слэш напрашивается, конечно. А, нет. Нет, какая-то. Как ты, сволочь? Гранатами кидаются. Просто откуда у него граната, во-первых? Ну, это, видимо, вместе с немецким акцентом. А, сразу. И повязка направлена. Да. Ладно, давай резать. Да кого ты? Взял ударил ближайшего зомби-фашиста, сейчас его закатали в асфальт. Просто буферами ему, дай по голове, он мне кажется, умрёт. Давай. Ни хрена себе, так-то неплохо. Они так-то очень живучие товарищи, на самом-то деле. Если так смотреть. Убежал. Ну чё, и лечится, нифига он плохо. А ты чё хотел? Зомбари, а? Вот хер вы зомбари, блин. Вспоминаю, было право, вверх, право, ну, давай, вниз, давай, право, да? Вверх. Давай пойдем налево. Налево, вниз. Нет, подожди. Как было? Скажи мне. Право, вверх, право, вниз, право. Значит, налево. Право... Сейчас нужно лево, вверх. Ладно, иди. Лево. Лево. Мы пошли лево, вниз, лево. Лево, вверх. Вверх. Лево, вниз. Лево. Угу. Сука. А так! Айтхайлин, Хайлин! Беги, беги! Низ. И лево. Лево. И ну, еще раз. Вспоминаю, был точно правый. Подожди, вон. Нет, я не понимаю. Так, стой. Остановись! Да что останавливаться, надо идти! Слава богу, мы куда-то вышли! Да пусть здесь, пусть хотя бы сюда. Похуй, сюда вышли нормально. Как ты тут вообще оказался, непонятно. Не знаю, вышел, возбудился в лицо и вышел. Тут, кстати, у нас задание, по-моему, да, даже. Да. Тебе с кем-то пообщаться надо. Так, по-моему, где-то... Вот, поговори с фермером Биллом на местной ферме. А где он? Ну, что там, Бара? И... А где фермер Билл? Не знаю. Something about this place reminds me of Jimmy. Чего? Что-то здесь тебе напоминает о Джимми. А-а-а! Oh boy, the cattle ranch. We're here. Мама, дорогая, это ферма, мы добрались. Hey, извините, привет. Эй, проваливай. Спокойство, сэр, мы один из лесных воинов. Хочешь купить флейту? А так вышло, что я бард 10 уровня, а флейта нужна мне, чтобы играть в волшебные песни. Очаровательная, короче, песня. Flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Будь здоров, не ешь коров. Попроси по всем, да. Правду говорит, как говорится. Долго, конечно, но говорит. Но он основательно просто. Magical songs. Это специально, это чтобы ты проявлял толерантность, терпимость, уважение к этому человеку. Но он так долго это делал, что ты начинаешь все равно ржать, как коняра. Смог! Ладно, только флейт находится в амбаре, где заперто безумнейший скот. Это самое чудесатое, что я когда-либо видел. Некоторые животные для тебя очень странно. Я пытался их успокоить, но они кричали что-то на немецком, а потом пытались меня убить. Не переживайте, сэр, вам просто нужна помощь барда 10 уровня и его друзей воинов. Не ставьте это нам. Если так считаешь, ну вот те ключи. Конечно. А разве нам это задание выпало не до того, как появились зомби? После. А может, до, слушай. Нацисты. Но может быть, он там уже были они.
gonna go in there over a float? Damn foolish, you ask me. Well, да. Просто интересно, это зависит как-то? Если бы мы раньше пришли, они бы тоже говорили по-немецки. Окей, коровки, пора перестать шалить. О боже мой, это прекрасно! Мне кажется, видимо, придется подраться. Слушайте, ну эти коровы опасно выглядят так-то. Ну как-то да. Так-то надо бы их это... У них еще носы в виде черепов, ты видал? Ну как-то хотел, давай обрежем эту коровку. Оп-оп-оп! Хайди! А как они-то говорят так? Это... Ну-ка, давай Power Quest. Мне нравится Джимми тем, что он вот так, опа! И все, у меня полная магия. Неплохо. Ой. Ой. Особляет, что еще? А, жми, ты смотришь. Жми на «ы» как можно чаще. Дави, дави! Ни хрена себе руку забили. Ух, нифига себе. Ты... Это себе. Корова камикадзе, понимаешь? Вы давайте завязывайте вот с такими вещами. Вы что делаете-то? Что, блин? Они просто пришли, все взорвались. Прекрасная выйдет, говорит, строка. Стропа. Великолепно. А, окей, что я могу. Мне нравится вот эта голова коровы с вытекшим глазом. Великолепно. Так, ну ладно, коровы, конечно, сделали страшное дело. Я мог даже не драться, в принципе. Ну, в принципе, да, можно было подождать, когда они решат самоубиться. Роскомнадзорница. А все уже, я думаю, YouTube и так нас не особо любит. Опять доступно обновление. Ну, сейчас вот это все. Ничего это. Ну, давай. Ей. Ей, что тут такое? О, флейта! Это тебе. Возвращайся к фермеру Билл. Окей. А там внизу еще стоит какой-то. А вот там я вижу, что там ящик стоит, но я не знаю, как к нему. Может, потом это будет? Может быть, да, вот как-то через дверочку какую-то пролезть. Что я не пойму, как к нему забраться. Ладно, пойдем. Че у нас там, фермер Билл? Здорово, фермер Билл. У вас получилось, а вы эльфы ничего так, нашли флейту? Конечно, фермер Билл, теперь мой бардовский навык будет лучше, чем когда-либо. Ну, плохо, да. Молодец. Может, он сейчас сильнее будет? Окей, фиал. Сильно, новичок, без тебя бы не справился. Теперь куда теперь пойдем? А куда теперь пойдем? Хороший вопрос, да? Куда теперь идти, да? Эпический вопрос. Ну, в принципе-то, 20... Знаешь, что меня, кстати, это... Чё? Тут есть такая фигня. Mm-hmm. Я, кстати, по карте уйду. Вот. Ну, что это, Канада? Как-то еще выше пройти можно. Я не знаю. От фермы. Где тут можно выше пройти от фермы? Но в лес я не пойду, это точно. Это путь в лес, нам он не нужен. А как можно выше пойти от фермы? Ну, пройди, во-первых, вниз. Посмотри, куда ты выйдешь. Нет, ты сюда это выходишь. Сюда. Хорошо. То есть как-то тут можно пойти куда-то к Канаде. Не знаю. Может, все-таки через лес? Думаешь, через лес? Ну, рискни. Exactly, я в него не спрошел. Нет, я не пойду через лес. Че, не понравилось? Долго там ходить по этому лесу. Коровка. Ну, я не знаю, как к Канаде идти, но как-то можно к ней идти. Может, по заданию просто откроется? Может быть, ладно, пойдем. Так, доступно обновление. Да, давай посмотрим. Ну нет, тут повышаем вот это. Грешники да убоятся, насылаемый топор морти тебе приносит больше урона. Не, ну попробуй, может реально она будет сильней. Потому что мы вроде другим-то и не пользуемся. Так, новое сообщение от Пита. Пита? Это год. Так, со следующей недели я буду каждый вечер выступать ржущим шаке по 3 раза. Вот образец из моего набора. У кого есть 2 костыля и желание быть бардом, сдаешься. Вот кто? Ого, потрясающий. А, ну. Окей. Okay. Я здесь только для того, чтобы говорить всем, какой везде отстой. А ну. Okay. Ну кто-то же должен. Достойная цель. Да, я считаю. Главное, чтобы была цель в жизни, а остальное уже не важно. А что-то у него куча найти. Может, ничего интересного появилось. Да нет, как-то все печально, я все. Все фигня. Так. Ну мы так-то неплохо так почистили. Проблему бездомных так и не решили. Быстренько сходить
мать забрать посылку с почты. Время у нас осталось. А чего ему там с почты надо было? А я не знаю, что надо было. Что-то он, типа, он говорит, что ну я слишком сильно захламляюсь, и мне надо, чтобы кто-то, ну не я, разгреб мою, мой хлам и выкинул. Или забрал. А при чем тут почта? Так, а я популярен? А, она тебя добавила? Да. Да, я популярен. Это так странно, что мы до сих пор не друзья, она говорит. Так, ключик от... Что? Ключ от почты мистера Майки. А куда мне идти-то тогда? Видимо, ты у него не взял это задание. Нет, подожди, не взял. Найди складскую ячейку. А, господи! А что надо сделать? Это, конечно, склад... Это все правильно, это почта, но он настолько захламлял себя, я вспомнил, он настолько захламлял себя, что он не может найти в своей складской ячейке ключ от почты. А-а-а! Он все, получается, скидывал... Мишка что-то написал, смотрим! Меня терзают смутные сомнения, если она существует, почему позволяешь, чтобы хорошие вещи случались с хорошими людьми? Ну, так-то да. Держи хвост пистолетом, если бы он не обнадежил народ, как еще ему бы удалось растоптать их мечты? Ну, так тоже верно, кстати. Теперь, когда с крысой покончат, тараканы размножаются. Сдается мне, мать природу не облапошь. Логичные вот, выводы вот не делают, надо было, да. Не надо было такие вещи делать, все правильно. Ёп! Ну, слушай, он тут реально... Там давай хоть заберем. Ферроснарф. Слушай, я не знаю, куда, как, зачем, у него тут хламина полная. Обалдеть. Вот что значит болезнь. Там есть этот, телепорт. Хламина полнейшая просто. Так, тут ключ, наверное, да? Да. Так, а можно вон туда вот? Ага. А зачем? Не знаю. А, тут можно типа кому было звать. А-а-а. Ты будешь звать типа... Ой, подожди. А, даже так. Окей. Ну ладно, пойдем тут, конечно, чего только нет, но я ничего тут не... Подожди, суп у него, он боится, что ли? Что супа сложил? А, ну, в принципе, может, типа, готовиться к какому-нибудь там апокалипсису, а например. А вот еще, кстати, ячейка есть. Это этот. А, там, Батрикс. А, ну все, везде будет, значит, у тебя ячейка. Все там, ого. Ну, все, тогда иди к Маке. Все, быстренько. А, нет. К ячейке, Маке. На почту, да. Забрать у него посылочку надо. Нормально. Продуктивно, однако, получается. Да, неплохо. Все разгребли, все задания. А у него тут лобковые волосы, шлюх из подворотни 9. Ты даже не знаешь, что ему тут надо. Я что-то подозреваю, что именно шлюхи из подворотни 9. Бог его знает. Подожди, что надо-то было? Найди склад ячейку и оставь там его монитор. Какой монитор? В смысле, я даже не понял этого. Отчитать надо задание до конца. Да. Я вот даже не успеваю. Ты так быстро это все прочитываешь. Я не успеваю даже прочитать. Синичка что-то написала. Синичка, давай посмотрим. Подожди, давай вначале оставим монитор. А в смысле оставить? А какой монитор? Куда оставить? Вот в чем вопрос. Тут как бы куда ни положи, как бы, я понимаю. А он не должен был тебе дать монитор, может быть? Я вот мониторы слева вижу только. А, в кучу положит. Ну как бы. Окей. И все. Ну ладно. Я думаю, уже дойдем до мистера. А, все, скажу мистера Махи потом. Ну да. Давай посмотрим, что Синичка написала и все да. На этом. Так, Мишка говорит, меня терзают смутные сомнения. Спарки только что отложил кучку, которая как две капли воды похожа на голову Картона. Но это ладно. Синичка, Синичка пригласила тебя на кровавую оргию. Ждем тебя в следующее воскресенье. Бобрику и дядлику нравится. О, это очень мило. Ладненько. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока всем. Пока.